Тусечка, мы с тобой, видишь, как погуляли. Так, подожди, мамины права грабные, чтобы здесь были, стоп. Да, это метрополь, доченька. Сейчас, подожди, права, да, права здесь. Всем приветик, прикиньте, блин, я такая дура, мне даже стыдно рассказывать. Я, короче, когда выходила из такси, я вроде отдала деньги же, да? Потом, короче, когда я уже дошла до дома, в какой-то момент я захотела бы эти кое-что купить. И обнаружила, что кошелька нет, прикиньте. Кошелька нет. Вот такая маленькая штучка у меня осталась. Типа, как это называется? Не знаю. Ты типа в кошелек вставляешь внутрь. Эта штука есть. Здесь у меня есть какая-то мелочь. А вот там лежали покрупнее деньги. В самом кошельке. И кошелька нет. Я, короче, что-то не знаю, где он, я его нигде не вижу, я уже все привернула. Но я просто нигде не могла потерять, потому что я нигде не садилась, не вставала, ничего с собой не делала. Визитница, нет, это не визитница, это именно для кошелька внутрь вставлять, как отдельные отсеки. Я нигде 100% ничего не останавливалась нигде. Сейчас, короче, полицейский что-то. Мужик, который за вами в очередь вставал, наверное, вытащил. Честно, я не знаю, кто вытащил, потому что я нигде, я вот ничего не делала вообще. Я просто тупо, вот я вышла с вами из такси, я пошла погулять, я нигде не останавливалась, ничего не покупала, деньги не вытаскивала, ничего не делала. Потом, когда я положила телефон, пришла что-то купить, там себе в эти какие-то нетвейн, я смотрю, кошелька нет. Постоянно что-то теряется, это да. Реально сейчас получится реально. Блять, жалко. Прям жалко, очень жалко. Я просто не знаю, есть ли смысл стоять ждать, но как бы здесь Кремль, ладно, здесь очень много, типа, там, камеры с собой. Ну, блин, самое главное, что права, как бы, у меня вот в эту хрень маленькая. Как говорится, прогуляйся, не ругайся, Гуся. Жалко, обидно. Ну ладно, что здесь поделать? Ничего не сделаешь. Перестань орать, доченька, перестань орать. Пойдем дорогу. Не ори, не ори. Все, можно? Вдруг хоть чудо произойдет, но пока просто погуляю. Так, много потеряла? Ну, немало. Ну, в принципе, такая же цена, как AirPods. Я же AirPods новые купила. Ну как, сами наушнички, а сами коробочки. Типа коробочка 10 тысяч, если я эти деньги тут потеряла. Ну, может, кто-то плохой хочет уйти. Так, фирма, что фирма? Фирма всего. Чудо может быть перед Новым годом. Я перед Новым годом заработать хотела, а не потерять. Так, если были карточки, блокируй сразу. Вот я не знаю, были ли там карточки, если честно, не знаю. Потому что вроде все карты здесь. Раз-два. А, нет, банковская здесь ни одной нет. А, нет, одна банковская, но какая сумма. Да, я на Красной площади, смотрите, как красиво.
такси. Я уже позвонила, там точно нет. Но я, если честно, тоже помню, что я в такси не отправляла 1000%. Что у тебя торчит волос? Он мне опять раздражает. Я не знаю, что с ним сделать. Куда ему деть этот волос? Мне прям раздражает. Я уже 45 раз поправила, но просто не очень много. Вау, look at that, Беатрис, смотри. Наушники фирмы Плюс, обычные Apple-овские наушники. Это новые, которые крошки. Смотри, доченька, как красиво. Вау, какой шарик. Смотри, пойдешь шарик? Ты читать умеешь, пишем, возле тебя мужик терся на карусели. Ну, блин, ну можно тут мужик, а что я теперь с ним сделаю? Где я его теперь найду? Вау, какая красивая Бетти. Это антенна волос, связь с космосом. 100%. 100% связь с космосом. У меня один раз так было, только зарплату получила, была в гостях, допоздна у сестры, но выпили с ней, поехала, домой такси поехала. Забыла у него, хорошо, что позвонила ему. А, ну видишь, тебе вернули. Нет, этот бы тоже вернул 100%, но просто... Ой. Что, господи, вы же сами под ноги лезете. Господи! Сколько меня бесит эти вот женщины, которые... Господи, начинается у них. Что вам еще рассказать? Короче, я лох, блин. Я лох. Не, я такая главная, знаете, она такая, я за углом стою, она такая влетает в мой угол. Я еще перед ней извиняюсь, а она со своей фразы, господи. Я когда слышу эту фразу, мне кажется, сразу все треснуло. Господи. Не будем девчонкам мешать фоткаться. Так, вообще, тата может в коляске. В смысле, что Людмила, что вы опять хотите? Что с коляской? Что случилось? Что с коляской? Что вас там опять пукан рвет? Тате можно с коляской. Почему мне нельзя с коляской? Или почему мне конкретно можно? Или что вообще происходит? Вы как понимаете вообще? Это что у вас в башке там? Что вы опять про что говорите? Мне еще теперь на коляске нельзя. Бедные мамашки, господи, помилуй вас, а. Так. Кошелек в коляске, наверное. Я думала, вы видите, ну что, типа, что, до сих пор ребенок в коляске? Я думала, сейчас что-нибудь гениальное будет. Нет. Нет, блин, я с коляски сразу проверила, побежала сразу в коляску смотреть. Нет, в коляске я сразу посмотрела. Там ничего нету. Ой, смотрите, как все красиво. Да, все. Сумочек красиво. Нет, Соня, Саша! Что, доченька, что? Саша! Так, ну чуть-чуть еще расскажете мне, все, ладно, хрен с ним, с этим кошельком, что теперь делать, умирать, что ли? Но это, на самом деле, я вам позвонила, чтобы поумирать, потому что умирать, наверное, мне было скучно, я думала, как это никто не увидит, как тут я страдаю. Была бы зайти в прямой эфир, чтобы все увидели, что я страдаю. Так вот, хочу вам сказать, что я очень сильно страдаю. Очень жалко кошелек. Это еще и подарок Винса, поэтому вдвойне жалко.
Вот, поэтому не знаю, короче, что делать. Ну ладно, фиг. Кто-то еще написал, чтобы смотрела за кошельком, а то деньги вытащит. Да, прикиньте, реально что-то написал. Хорошего тебе вечера, красотулечка, спасибо большое. Блядь, если не отвечаешь на СМС. Ну, господи, ну не отвечайте на СМС, ну выйди, раз ты такой расстроенный, блин. Что мне тебе сделать? Поплакать, что ли, вместе с тобой? Что мне с тобой сделать? Так, подарок Винса. Ну, то это он мне кошелек дарил. Это, кстати, его самый-сам первый подарочек мой был. А тот желтый, это тоже его. Но это тоже не подарок, это я просто его из кошелька вытащила. Мы с ним поменялись. Я ему отдала свою хрень Тинькофф, а он мне Гуччи. Так. Тогда, когда с ребенком гуляешь, не бери с собой много денег. Блин, я много и не брала. Хорошо, что у меня на самом деле в том кошельке больше изначально лежало. Но я дома, короче, думаю, ладно, вытащу. У меня там деньги, ну, на кое-что лежат. Думаю, не буду все брать. И взяла, блин, пару купюр. Много было? Да не то, чтобы много, но я не считаю, что и мало. Так. Тата потеряла, значит, заработали. Да, если честно, я так всегда думаю. Всегда вообще. Ну, что-то еще пока не равно. Я так всегда. А как ты теперь без денег? Нет, у меня есть деньги, у меня тут кошелечек есть маленький, который второй. У меня здесь есть деньги. Просто мне те деньги обидно, блин. Я тут так на расходы маленький такой есть. Я просто... Ну, блин. Ладно, все, пофиг. Давайте не будем больше о нем. Насрать на кошелек. Пускай что-нибудь плохое он заберет. Вау, как красиво! Пойдем, доченька, туда. Вау! Смотри, как все красиво украсили. Подожди, фронталка включилась. Вау! Вау, Петуся! Здравствуйте, вы нашли домик для своих наушников? Нет, я купила новый домик для своих наушников. Эти наушники мне какие-то золотые обошлись. Вау, Петуси, красиво, ура! Вечеринка! Вот это целая дома. Дайте ушки поправлю, мне надо, чтобы ушки были закрыты. Ты радуешься, моя бусинка, да? Тебе нравятся огонечки, да. Мамочка. Надо ушки закрыть, доченька. Подожди, ушки надо закрыть. Это... Нельзя с ушками открытыми, доченька, ходить. Нельзя. Мне не нравится. Пошли. Ой, куда пойдем? Смотри, музычка там. Так. Душная. Друг друга, друг друга, друг друга.
самом деле, ну правда очень красиво, знаете, настолько красиво, прям. У нас шикарный город Москва, она очень красивая, она шикарная Москва. Денег. Да у меня есть деньги, у меня есть еще отдельно другая, я же сказала, эта штучка моя. Вы как? Везите, если что. Карточка. Здесь мелкие, ну, мелкие деньги лежат, а там типа крупные. Я все, что мелкое, я держу эту штучку. Здесь не очень красиво. Хочу крутое видео с бутылочком делать. Никто тут даже сфотографировать не может. Вау, какая красивая елочка. Короче, здесь все елочки разные. Я так понимаю, что их разные люди украшали. Они все в разном стиле. Кстати, какая ваша самая любимая елочка? Я очень люблю светлые елки, когда очень много бантов и шаров. Именно банты люблю. А вы? Ну, красно-зеленая, это, конечно, классика. Это вообще любовь. Доченька, давай танцевать. Дай мамочку шапочку. Что ты с шапочкой своей делаешь постоянно? Давай ручку танцуем. Нет, я тебя вытащу, ты потом не зайдешь обратно, я тебя знаю. Тут сзади нельзя. Ну, ладно, давай, давай, пойдем. Я тоже хочу с тобой танцевать. Давай, выходи. Давай танцевать, иди к маме танцевать, иди танцевать. Спускайся. Играйся, что хочешь делать. За ручки хочешь держаться. Мы без коляски не можем пойти. Нам можно коляску брать. Стой, стой, коляску взять. Блин, как тяжело относится, да? Сейчас мы вдвоем куда-то выходить. Да, шапочку поправлю. Опять нет шапочки. Сколько ей уже годиков? Ей 2,5 годика. Ой, кукляша. Телефон оставила? Не, не могла, я его в руках же держу. А второй у меня здесь. Ну лучше бы я второй телефон не брала, блин, кошелек сохранила. У нас в Москве не холодно, как бы, если бы замерзли, уехали бы домой. Ну да, у нас не холодно. И я думаю, что если бы замерзли. Так-то. Но у нас на улице 8 градусов тепла, если честно.
что здесь делает этот маленький обормотик? А если током ударит? Нельзя, мамочка, везде пальчики сувать. Нельзя. You can't do that. Мне не надо никаких... Бетти. Don't touch that. Don't do that. Beatrice. Beatrice. Просто у нас так. Что еще мне рассказать? Что мне еще надо сделать? Чао, какао, татушка. Привет, моя хорошая. Я тебя уже запомнила вот так. Ну что ты, доченька, делаешь? Утарилась, упала, дай маму поцелуй. Потому что... Что там? Много-много-много. Какая там много-много? Где? А, это елочка поет, да, это елочка поет. В этой елочке вставлен там, видишь? Дай ушки, Сэм. Доченька, иди сюда, Зай. Пойдем танцевать. Иди сюда танцевать. Иди сюда танцевать. Пойдем, моя принцесса. Что там? Пойдем. Стой, только ручку мне дай. Без ручки не иди. Ручку, ручку дай. Ручку. Без ручки не ходи. Дай ручку. Да, красиво здесь, видишь? Дорога, нельзя без ручки ходить. Давай ручку, зайчик. Ручку дай маме. Молодец. Куда ты хочешь пойти? Куда ты идешь? Здесь же елочки красивые. Может, здесь останемся, зайчик? Останемся здесь. Пойдем туда. Ой, как красиво. Так, короче, ребятушки, ладно, пойдем мы с Бетусиком дальше гулять. Сейчас уже пойдем в сторону дома. И я вас целую и зайду, наверное, к нему.